В прошлом ролике я показывал, как мы бульдожик угощали блинчиками. Теперь больше не давай, как никому, ладно? Хорошо, не и мне даже не давай. И тебе не дам. Буду просить, не давай, все. Только строго по времени, да, на завтрак. В общем, здесь должно быть 25 блинов. Здесь пока вот 15 блинов мы посчитали. Еще у нас есть вот еще на 10. Ну, в общем, задумка какая? Спечь 30 блинов, завернуть их все, сделать с мясом. Потому что те блины, когда она вот здесь вот лежали, вот Виктория готовила, да, она ушла там куда-то и мне говорит: иди ешь блины. Я прихожу, блинов нет. Я говорю: а куда ты их положила? Как, говорит, где? На столе, вот здесь. Угу. Глянул на Мирку, а Мирка круглая стала, как батон колбасы. Знаешь, Мира так? Все слопала, да? Мира все слопала. Она приходит, говорит, тут же было 25 блинов. Потом я второй раз тоже заловила, напрыгала Мирка. Вот. Ну, я думаю, может быть, все-таки она, Виктория, слукавила, и не 25 было блинов. Думаю, кто его знает, может, она просто, ну, как бы пошутила. А теперь мы уже реально печем 25 блинов, чтобы проверить эту версию. Скормим их Мирочки. Ну, мы никому не покажем, как будем кормить, потому что люди слюнями зайдутся, и надо человечество жалеть. Домашние блинчики. Да, да. Ну, в общем, тогда... Я потом попозже приду, когда ты завернешь. Хорошо. И начнем экспериментировать. Договорились. Мирка, там такое, ты не представляешь. Мирка, глянь. Смотри. Мирунька, вот, 20... 35 блинов. 35 блинов спекли. Вот они все. Глянь, мы тебе покажем. Смотри, сейчас заберем. Покажем, но давать не будем, Мирочка. Это Лика потом. Лика, когда просит. Конечно. Ну, да, да, все. Ну, да, да, попозже дам. Конечно, тут, зайка. Тут у нас... Это тушеная капусточка, да. Да, с мясом. С мясом, ага. Это мне. А потом я короче, съем два штучки, да? Мирунька, а потом тебе остальное. Хорошо, мы испытаем, сколько же... Кто сколько скушает. Да, сколько ты скушаешь. Ну, 35 точно, да? Да, 35 блинов. 35 блинов. Ну, как ты? А, что ты скажешь, Мируська? Ну, ну скажи что-нибудь. Она ну, говорит, да. Так мало ли, что она говорит. Да. Теперь же надо Марсика еще спросить, надо других спросить. Мирунька, ну что... Да, земляне, такого я давно не видел. 35 блинов. Это уже рекорд. Ну, что будем делать? Сейчас будем пробовать? Или потом? Катя, сейчас? Как это? Поужинать надо, это на десерт. Поужинать, а потом пригласим ее, да? Да. Миронька, иди сюда, Мирушка. Иди, значит, смотри, что. Пойдем, дай я что-нибудь ее. Пойдем, сейчас я тебя пока выпровожу. Мы поужинаем, а потом я тебя приглашу. Давай, иди. Иди пока. Вот это тебе компенсация. Все, мы поужинали. Ну что, Кать, ты поужинала? Да. Можно заканчивать. Все, спасибо. Пожалуйста. Давай. Так, это я задвину. Ну что, эксперимент? Да. Ну? Вперед. 35 блинов. Вот так. Сейчас. Для Мирочки. Да, для Мирочки. Ну, пошел за Миркой. Где она тут? Ага, ты страдаешь. Тебя не пустим. Ты еще маленькая. Вырастешь? Такие эксперименты не для маленьких бульдожков. Мирка, быстрей, эксперимент. Быстрей! Побежала. Так, Мирка. Мира! 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 Ты где? Мирка! Эксперимент на грани срыва. Сорвется. Где это? Миринда. Мирка! Мирка, быстрей! Быстрей, быстрей! Марсик, Марсик, куда? Куда ты? Одна Мирочка. Мира проскочила и рада с ней. Мирочка, да ты мама штучки ходишь, куда ты?
пошло. Мира, заходи. Побежала. Ну что, начала? Да. Ну, нервных прошу удалиться, не смотреть. Сидит, ждет. И Марсик тоже переживает за нее. Ну что, сколько она там? Хоть половину съела? Да. Да? Да. Половину? Покушает, по одному ежедневно, по два, так вкуснее. Да я боюсь показывать этот процесс, а то кому-то плохо станет, друг. Нет, не надо, не показывай. Не надо, я не буду нервировать подписчиков. Нет, да, 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 я сказал уже. Нервных прошу удалиться. Ну как будет заканчивать, скажешь мне. Ну что тут? Я не выдержал. Ну что, Катя, где она? Вот она. Воду пьет, да? Да. Ну а сколько съела? Она. А, ну, сколько? Еле отобрала. 25 съела. Нет, 30. Подожди, было 30? Да. 35 было. Осталось 1, 2, 3, 4. 31 съела. 31 съела. Это она водичку пьет, да? Да. Мирка, ну иди. Мирочка, ну какая ты, глянь, кругленькая. Ну, Мирочка, а освоишь-ка ты еще один? Тут, давай-ка, Мирулька, подожди. Давай, чтобы было 32, а то не поверят подписчики. Гляньте, что ты съела. Слушай, а что ж она тогда отошла? А, она, наверное, просто водички отошла. Да, я убрала. Попить, а ты убрала. Эх ты, Катя, она бы все 35 бы съела. Ну, бы. Как же, как будет. Вот ну, теперь уже ладно. Это, слышишь еще, подожди. Это же Марсику. Лирику. И Радочке. Все, чтобы было все по-честному.